Наталія Лебідєва працює в ІТ-компанії. Вже не в перший раз в Миколаєві організовує благодійний забіг «Run for Good». Так, і ми зустрічаємо наших гостів. Доброго ранку вам. Доброго утра. Отже, буде благодійний забіг. І вже не вперше в Миколаєві, вже четвертий раз. Так, що готуєте цього разу? І коли буде, давайте розказувати. Дійсно, це вже четвертий раз ми проводимо цей забіг. Ми IT-компанія Template Monster. Я думаю, що в Миколаєві вона дуже відома, і всі її прекрасно знають. Вот. І спочатку ми перші два роки проводили серед своїх співробітників, тому що у нас наша, одна з наших корпоративних ценностей – це здоровий образ життя. Вот. І ми проводили тільки між своїх. Вот. А вже починаючи з минулого року, ми вирішили, що нам, кажеться, цілого світу мало, потрібно виходити на какой-то уровень побольше, да, поэтому сделали общегородской забег. Но в прошлом году мы собирали только IT-сотрудников, да, тех людей, которые работают только в IT-сфере. А в этом году мы решили пойти дальше и собрать вообще всех горожан. Вот. И, собственно, цель забега благотворительная, как вы и сказали. Если предыдущие годы мы помогали детям, сиротам, либо детям, которые просто там из неблагополучных семей, помогали им обретать новые знания, да, мы покупали им компьютеры, разные там технику, которую мы можем могли позволить им, да, и которых они нуждались. Вот. А в этом году мы решили, что нужно поддержать также нашу талантливую молодежь, которая у нас без меры, да, и у нас есть, я думаю, что все знают, что школа Олимпийского резерва, да, легкоатлетическая. К сожалению, ее состояние, ее благополучие оставляет желать лучшего. Именно поэтому все средства, которые мы соберем на забеге, мы хотим направить именно в помощь школе. Вот, а звідки взагалі от зв'язувалися з тренерами, чи як от взялась ідея? У нас была цель, да, мы хотели помочь, то есть мы понимали, что у нас будет возможность помочь, и я связалась с, думаю, что в городе небезызвестной Аллой Федоровной Ковпак, вот, которая глава, да, федерации в Николаевской области, вот, и как бы, да, мы с ней созвонились, вот, я честно сказала о том, какая у нас есть цель, она такая ударница за идею, вот, она говорит, да, ребята, спасибо большое, вот, и как бы она там предполагаемые там какие какие-то варианты, сказала, озвучила, да, что бы она хотела, чтобы мы им приобрели, потому что, к сожалению, мы тоже не можем что-то слишком большое, но что-то, я думаю, маленькими шажками, да, все вместе. Можно так починати якусь допомогу, так, і тоді вже буде далі. Да, 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 потихоньку, и мы можем что-то вместе уже создать большое и светлое. Вот. В данном случае они попросили, как это не банально и не странно звучит, это легкоатлетическая штанга. В манеже, которым они занимаются, ее, к сожалению, нет. Вот, поэтому мы можем вот за собранные деньги вот помочь им купить эту штангу. Такая, да, ну, это мечта, это цель, потому что, к сожалению, да, вот банально, но этого нет. Але вже треба чогось починати, вже так, добре. Так, да. Отже, знаєш, що цю суботу буде, 29 вересня, так? В эту суботу, 29 сентября в 10:00, мы на Адмиральской площади, ой, на Адмиральской, боже, извините, на Соборной площади, возле Дворца творчества учнів, да, мы ждем всех. Я думаю, вы нас узнаете, все нас увидят, потому что будет стоять огромная арка, там будет написано Template Monster, вот, будет стоять огромный баннер, как бы все не пройдут мимо. Но перед тем, как прийти, нужно зарегистрироваться обязательно на сайте. Так, давайте с того, потому что я думаю... Дуже простый. Наш забег называется Monster Running. Поэтому... Так, мы бачимо там на экране, да. Вот как показывает. Monster Running, мы заходим на сайт monsterrunning.com, нужно зарегистрироваться, да, просто свое имя, телефон, нажать «Стать участником», вам приходит смс-ка с вашим стартовым номером, далее вы, вот видите, да, сейчас собрано на данный момент столько денег, то есть вы делаете тот вклад, который вы считаете нужным, вас никто не обязывает его делать, мы понимаем, что разная сейчас, да, ситуация, как бы, и у всех есть разные возможности, вот, поэтому мы не настаиваем на сумме вклада, главное ваше участие, то есть те, кто, ну, чтобы было понятно, идеология — это не забег спортивный,
спортивный, да, то есть это скорее такое фановое мероприятие, когда человек может прийти, просто хорошо провести время в компании, там, да, там, единомышленников, скажем так. Если вы не можете там бегать, приходите, помогайте. Если не можете помогать, приходите, болейте. У нас часто приходят люди с ограниченными, да, какими-то возможностями. Да, они не могут бегать, но они могут нам помочь тем, что они вот рядом с нами, они разделяют нашу миссию, да, они поддерживают идею. Вот для детей будет отдельная, абсолютно, как бы у них будет своя там своя атмосфера, они будут полностью заняты там с аниматорами, для них специально работают ребята, вот проводят там детские всякие забеги, потому что мы один раз попытались сделать детский забег, но, к сожалению, получилась уже драка и бийка, потому что дети не понимают проигравших и выигравших, поэтому у нас такие там для них специальные тоже развлекательные. Всех приобщаем к спорту. Слушайте, ну це круто. Я так розумію, будете грітися, тому що і да, субота обіцяє буде прохолодно, да. Так? Ну, ми спеціально відкладували, щоб не було жарко, щоб не було алергії на амброзію. Вот дождались, когда почти выпал снег. Ну, я думаю, что никого не испугает. Это всего лишь там час вашего времени. Вы, да, когда закладывалась тоже идеология забега, это просто утренняя пробежка. Вы утром, вместо того, чтобы да, там, валяться в постели, вы поднимаете себя, идете навстречу солнцу, улыбаетесь, бежите, настроение повышается на весь день. Проверено уже неоднократно. Вот это то, что я завжди кажу в спорте, что не треба лежать, треба вставать активно, так проводить час. Так, до того ж, ось вам дають ідею, в суботу зранку прибігайте на Соборну і давайте не самотньо бігати, бо воно ж так нудно, так, а тут у компанії, у веселій компанії, і грітися разом веселіше і буде драйвово, бо я дивилась і фото минулого року, і я думаю, що цього року буде і більше людей, і буде цікавіше. Ми ждемо, звісно, більше. В прошлом году було 160 чоловік, в этом году ми ждемо мінімум 200. Нужно бить рекорди, собственно. Ну, надіємося, що, звісно, всі підтримують, тому що, на самом деле, це круто. Это круто, это объединяет, и это действительно ты чувствуешь свою сопричастность к чему-то большому и светлому. Это очень нужно, я думаю, каждому из нас, потому что все мы люди, все мы человеки. Слушайте, ну от бачили суму, яку вже зібрала на даний момент, взагалі яка максимально, що скільки потрібно на цю штуку? Ну, на самом деле, там цена вот данного оборудования, да, о котором мы говорим, оно варьируется там от 5000. Вот, но это как бы самый плохой вариант. Мы надеемся все-таки, что это будет, ну, цена как обычно на любые хорошие вещи, она безгранична. Да? То есть это может быть и 20, и 25 тысяч. Лично я как бы ставлю за цель, конечно, что это будет 20 тысяч. Вот, я надеюсь, что у нас получится. В прошлом году у нас получилось собрать, по-моему, 15, если не отказывает память. Вот. Но обязательно, как бы, я думаю, что у нас есть еще очень много IT-компаний, которые тоже заинтересованы в том, чтобы помогать, да, молодым ребятам. И если даже нам не хватит денег, мы обязательно как-то сделаем это из своих средств. Вот, поэтому в этом не будет проблем. Все одно досягти цілі, да, будемо. Мета буде досягнута. Це без вообще без вопросов, тому що дійсно, знаєте, як говорять, талантам нужно помогать, бездарності проб'ються самі. Вот, нужно талантливым дітям помогать. Слухайте, ну це круто. Ну давайте ще раз нагадаємо, коли, де, куди приходити, на якому сайті треба реєструватися. Так, куди мені говорити? Ваша перша камера, давайте розказуйте. Дорогі жителі Николаєва, абсолютно обращаюсь кожному з вас. 29 сентября в 10:00 Соборная площадь. Мы ждем вас на благотворительный забег в любом вообще виде, как бегун, как волонтер, как болельщик. Мы ждем вас в любой роли. А для того, чтобы прийти на забег, вам нужно сделать всего лишь один шаг. Вам нужно зайти на сайт monsterrunning.com и зарегистрироваться и сделать свой благотворительный взнос, какой вы посчитаете нужным. Мы ждем вас всех. Нужно творить добро, и все вместе это получится гораздо круче. Вот такими простыми кроками можно сделать и свой активный вихідний, так в суботу провести активно і допомогти молоді активні і такі талановиті в нашому місті. Дякуємо вам. І вам дякуємо. Я нагадую, Наталя Лебедєва, організатор благодійного забігу Monster Running, була сьогодні в наших гостях, тож давайте долучатись, давайте бігати.